Приветствую вас. Я, конечно, слышал про корреляцию того, что вы описываете, и нарциссизма. И я не придерживаюсь такой позиции, что эта корреляция имеет место быть. Мне кажется, что нарциссизм и то, что вы описываете, не связаны между собой, хотя могут быть, могут находиться в определенной коллаборации друг с другом. То есть могут быть вместе, но далеко не обязательно. Мне кажется, что ничего плохого нет в том, что вы описываете. Вообще ничего плохого нет в том, что вы описываете. Именно если мы говорим именно о вопросе. Но то, что вы не принимаете себя до конца, и то, что вам тяжело, например, переносить факт того, что вы не идеальны, и вы очень расстраиваетесь, когда видите вот какую-то неидеальность. Вот это, конечно, не идет хорошо. Потому что это говорит о том, что себя вы такой, какая вы есть, не принимаете. И вот это вообще может быть, как мне кажется, проблемы. Вот. И это может быть предметом для психотерапии. Вот. Это может быть предметом для работы с вами. Конечно, если вы этого хотите, и, конечно, если вам это, ну, если вам это нужно, если вам это интересно. Вот. Такой здесь есть момент, но в целом я не вижу что-либо плохого в том, что вы описываете. Вот. Вижу, конечно, трудность восприятия себя, да, это я вижу. Но это в принципе решается. Вот. То есть, вот, ну, чтобы вы, например, себя приняли, да, чтобы вы себя постарались, может быть, принять. Вот, это решается. Вот, конечно, здесь, ну, вопрос в том, хотите ли вы это решать, да? Нужно ли вам это решать? Нуждаетесь ли вы в том, чтобы это решать? Вот, но это решать. А дальше, когда, например, если вы, например, ну, вот,
примете себя, да, если вы будете себя принимать, вот, ну, уже сможете, в принципе, посмотреть, как вы реагируете на вот себя, да, то есть, как бы, ну, если реакция будет такая же, ну, значит, у вас просто такая особенность, вот. Это первое. А может быть такой аспект, что ничего не будет у вас. То есть, может быть, вы потеряете интерес, когда себя примете. Ну, в смысле, когда не будете переживать по поводу внешности, да, да, потому что, ну, внешность это не главное в данном случае. Вот. Так что во многом здесь зависит от вас, как мне кажется. Вот, во многом зависит от вас. И вы сами смотрите, сами выбираете, как вам жить, вы сами выбираете, как вам обращаться и с собой, и со своим телом, и так далее. Понимаете? То есть это ваша прерогатива. Вот. То есть вы спрашиваете по поводу своей нормальности, например, и то, что вы спрашиваете, ну, точнее, то, что вы говорите, что вот я сделала там одно вместо другого. Вот. Это, на мой взгляд, больше про некоторую неуверенность в себе, в своем выборе. То есть вы не привыкли себе доверять. Вот. Это, мне кажется, больше для вашей неуверенности, да, в себе, и, соответственно, работать, как мне кажется, нужно именно в этом направлении, в том, чтобы вы учились доверять себе и делать выбор, каким бы он ни был. Вот, брать ответственность за свой выбор, вот, с молодым человеком делиться, например, своими переживаниями, своими желаниями, которые у вас возникают, и возможно превратить эти ваши желания в отличное подспорье для игр, в том числе и интимных игр. Ну вот, и получать от этого удовольствие, получать от этого наслаждение. Ну вот. Мне кажется, это здорово, вот, когда люди могут, ну, когда люди могут позволить себе это. Вот, но для этого вам, конечно, возможно, понадобится вот, ну, некоторая такая, я бы сказал, ну, может быть, раскрепощенность. Вот. А вы вот говорите, да, что вы раскрепощены. Я вот, например, я так не считаю. Вот. Я не могу сказать, что прям таки вот то, что вы говорите, это про раскрепощенность. Я бы сказал, что вы может быть, заметили какое-то чувство, вы заметили что-то, что происходит с вами. Вот, да, это правда. Вы заметили то, что с вами происходит. Это здорово, что вы заметили. Вот. Но поскольку вы
требуете от себя определенную форму удовлетворения, например, потребностей, да, то я думаю, опять же, что раскрепощение как таковом речи, на мой взгляд, ну, пока не идет. Вот. Именно вот пока речи не идет. Вот, возможно, вы, ну, возможно, вы могли бы быть на пути к нему, на пути к раскрепощенности. Вот, это правда. Но я бы не сказал, что пока что вы именно такая. Вот, может быть, вы что-то неверно описали. Может быть, я не понял вас до конца. Такое может быть. Но я бы вот все-таки пока не сказал, что вы прям раскрепощены. Я бы больше сказал, что вы, ну, как бы, может быть, продолжаете в какой-то степени, да, себя стыдиться. Вот. Только, ну, может быть, делаете вы это сейчас немножко по-другому. Вот. Но в целом я бы сказал, что для меня очевидны некоторые ваши противоречия. Вот. Еще вызывает, я бы сказал, вопрос, то, что вы боитесь быть нарциссом. Не так страшно быть нарциссом, как не так важно, точнее, не так важно, нарцисс вы или нет, сколь важно, можете ли вы получать удовольствие, наслаждение от своей жизни. Вот. Это, мне кажется, гораздо важнее, потому что если, к примеру, удовольствие от своей жизни получить у вас не получается, если вы не наслаждаетесь своей жизнью, вот, то здесь и нарциссом стать на самом деле недолго. Вот, и кем-то еще, вот. Если вы обесцениваете, например, себя, да, если вы вот сомневаетесь в себе, то можно стать нарциссом, потому что вы будете уходить постоянно в оценку других людей. Вот, например, ситуация, описанная вами, вы подумали про своего молодого человека, вот. Про молодого человека, хотя речь идет исключительно о вас, о ваших чувствах. Нет, молодой человек здесь вообще никак не имеет отношения. Это чисто ваша история, чисто ваше переживание. Вот, понимаете? Так что я бы сказал, что по моему мнению, вы немножко не туда смотрите, вот, вы не на то, я бы сказал, обращайте внимание, вот, я понимаю, что вас это волнует, но мне кажется, что волнует вас несколько другие вещи, мне кажется так, мне кажется, что волнует вас совсем другое. Например, страх, что если вы будете, ну, продолжать в таком ключе,
например, действуете, да, если вы будете продолжать, то, соответственно, вас, например, может молодой человек бросить. Вы можете думать, остаться одной. Вы можете испытывать стыд за свои потребности, да, свои предпочтения. Понимаете? Я не знаю, наверняка, правда это или нет. Не могу знать. Но то, что я вижу, ну вот, я бы сказал, указывает мне на это достаточно четко. И спорить с вами относительно того, прав я или нет, я не хочу. У вас своя точка зрения, у вас своя позиция, это хорошо и нормально. Но просто... просто хочу, чтобы вы вот обратили внимание на то, что вот беспокоитесь вы, на мой взгляд, немножко не о том. Вот. И по моим ощущениям, да, вот, ну, грубо говоря, вот, если у вас какая-то мысль, ну, определенная мысль, если у вас, например, вот, там, страх какой-то или что-то еще, ну, вот, а вы как будто бы не додумываете эту мысль до конца, вот, то есть как будто бы не понимаете, что за этим стоит, вот, что за этим идет. Ну, дальше я имею в виду, дальше. Но это важно. Важно, чтобы вы увидели, что за этим идет. Например, вот, ну, например, ваше сомнение относительно того, нормально ли это или нет. Вот. Допустим. Допустим. Откуда они? Откуда это сомнение? Как они появились, эти сомнения? Вот это важный момент, но как вариант. Понимаете, понимаете. Да, понимаете, да? Или вот... Ваш вопрос про нарциссизм, тоже момент, с чем связан. Вот. Это важная вещь, всё, понимаете. И чтобы в этом разобраться, нужно допустить это. Просто допустить, что такое может быть, что такое может произойти, например. Что действительно, там, я могу быть нацистом, например. Или действительно могу выбрать не молодого человека, да, а себя. Но это не означает, что я люблю, не люблю его. Или что для меня значит моя внешность. Да? Вот. Насколько важной я ее считаю для себя, чем, вот. Что еще меня определяет, как, ну, как человек, кроме внешности.
Ух ты. На эти вопросы нужно вам, мне кажется, по крайней мере, поискать ответ, вот. Чтобы лучше себе разбираться, чтобы искренне быть с собой и другими. И ваша жизнь легче будет тогда. А пока что вам хочется только, ну, пока что хочется вам посочувствовать, сказать, что вам, наверное, очень тяжело, потому что, ну вот, удерживать вес на постоянной основе, удерживать, там, не знаю, фигуру. Да, очень тяжело. Ну, можно только представить, сколько ресурсов у вас это отнимает. Вот. И, конечно, когда вы видите результат, то вам это может, на вас это может оказывать вот самое разное воздействие. Это неплохо. Это абсолютно неплохо. Но вопрос в том, что идет сначала. Вопрос в том, что происходит по факту. Понимаете? Какая штука? Вот. А вот такой ответ я хотел бы и мог бы вам дать пока что с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, вот, с позиции своих ценности, которые у меня есть. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. И я надеюсь, что вы дадите обратную связь, на мой ответ. Это поможет вам начать работу над собой и увидеть какие-то изменения, которые вполне могут с вами начаться. Если вы возьметесь, например, за психотерапию. Вот. Вот какой-то такой ответ я бы мог вам дать. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.